большие, что важно, кривление или поверхности. А это не просто сделать пластинки натуральным камнем. Ну, конечно, различные узоры цвета можно придать. Но в середине 19 века стены большого зала, по-моему, того времени окрасили белый цвет, и под краской исчез искусственный мрамор. Когда реставраторы сюда пришли после военных годов, на стенах делали расчистки. Старинную отделку обнаружили, вот решили расчистить. Работали в 1980-е годы. Вот тогда в этот зал, когда перед нами писал Шойка на начальной книге. Сейчас реставраторы заново сполировали все половины искусственного мрамора. То есть вот большой зал, это было на книге. Это были вещи на книге на Новосибирске, 27 июля,